вами я, Поли Канабис, и мы находимся в Известия Холл. Здесь проходит презентация нового сингла группы «Зла». Туда, где мираж, на баррикады, на абордаж. Чтоб разорвать один народ пополам, на куски политиканы все промыли мозги. На ваши правды и наши правды, все это полный бред. Здорово. Моя любимая группа «Слад». Любимая? О. Да. С 15 лет, кстати, слышу. Приятно слышать. У нас прошел конкурс на Рок-тусе, и ваши фанаты задавали вопросы. Мы выбрали 6 самых лучших, и вот именно их мы сейчас вам и зададим. Тусуем. Да. Но перед этим я хотела спросить, вот презентация сингла, как можно его одним словом описать? Концерт. Взрыв. Взрыв. Ну, мы ожидаем взрыва. Хорошо, теперь перейдем к вопросам от фанатов. Первый вопрос. А если бы у вас была возможность переснять какой-то из ваших клипов, вы бы какой выбрали? Все. Все? Конечно. Чего? Они же крутые. Не, крутые, но мы попросили под это дело сразу еще больше бабок и устроили бы такое. Очень неплохо. А есть ли в трек-листах какая-то песня, которая уже как-то надоела, не хочется ее петь, но приходится, чтобы новые слушатели обязательно эту визитную карточку слышали? Все. Все? Ну, особенно надоела песня «Побег» за последнее время, потому что наш звукорежиссер Давид Казарян постоянно просит ее играть на чеке, вот, и поэтому мы ее играем несколько раз, и с нее мы еще начинали концерт в туре, и, в общем, она... Очертела. Она приелась, но все равно ее нужно петь. Да, мы сегодня сыграем день. Мы ожидаем. Любим ее. А любимая песня с 6-го какая? Ой, это все меняется со временем. Не знаю, просто человек, наверное, пока. Мне, наверное, «Бой» и «Ракет для поэта». «Ракет для поэта» тоже, я не знаю. Да. Очень сложный выбор. Трудный. Такой вопрос достаточно сложный, актуальный. Но я его вообще не поняла, но, наверное, вы знаете. Есть ли в музыке математика? Есть такой стиль мэткор. Они прям играют математическую музыку. У них все рассчитано по, значит, по миллиметрам музыкального материала. Все. Там есть. То есть серьезно, я зря не поняла. Да, да. Трина, повторить? Нет, я просмотрю на видео. Так, хорошо. Тараканы в голове есть такое выражение. Вот у вас какие тараканы в голове есть? У нас есть такая группа «Тараканы». Есть. Они в голове? Господи! Ну, они вводят хороводик и танцуют кан-кан. Очень позитивно. И такой вопрос в завершение. Иностранные языки какие вы знаете и какие ваши любимые страны? Ну, какие ваши любимые иностранные языки? Да. Был бы хороший вопрос. На английском мы сможем объясниться и понять некоторых. Некоторых не сможем понять. Ну вот, больше. Ну, и мы немножко понимаем украинский, белорусский и вот такие языки. Ставлю лайк. А изучить какие-нибудь хотите? Ой, да достаточно. Ждем песен на достаточных языках. Я хочу очень изучить японский. Прям резко. Мне нужно это до начала мая, а потом мне будет не нужно уже. Ну, может, до начала мая мы услышим песенку на японском языке. Хо-хо-хо. Есть к чему стремиться. В принципе, с таким же успехом мы можем спеть ее прям сразу, мне кажется, о, вообще. О. Как многообещающе. Да, опираясь на пару слов типа «аригато» и не знаю. И сумму. Ну, большое спасибо. Это были вопросы от фанатов, которые победили. И получат победители наш вот этот плакатик.
Ура! Молодцы! Успех! Круто! Я тоже хочу! На! О! Вау, вау! Я тоже, у меня тоже есть, видите? Вот. Кому-то не достанется. Спасибо большое! Слава! Здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы очередь занимали? Два часа. Час. С вчерашнего вечера. Если бы ты узнала, что у меня в сумке находится 6 плакатов с автографами вот всех участников флота, что бы ты сделал? Распилил на части, отнял бы сумку и убежал. С вами была я, Поля Канабис. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Кнопочка вот тут.